Привет, друзья, мы на Coldplay, и это Генфал. Мы продолжаем. И у нас есть задания такие, как, получается, прощение с королевой. А где оно? О погребении, то есть у нас не получилось тогда поговорить с ней по заданию. Она говорила, что насчет того, что это побольше, подождет. Грехи Петруса, отца. А Кекметия. Ну, это же получается, нам нужно перейти. Это насчет родителей нашей главной героини. В Кекмете там как раз капитан находится. Испытание водой осталось еще. В принципе. Лагерю заставы. Итак, друзья, мы в порту Хикмета, и мы сейчас поразговариваем, получается, с капитаном, с которым дальше что будет, не знаю. Здравствуйте, меня зовут Десарда, я эмиссар торгового содружества. Я капитан Лисада, рад знакомству. Не думаю, что встречался с вами раньше, но ваше лицо мне кажется знакомым. Странно. Чем могу помочь? Ага, что здесь? Обустрою до прибытия колонист. Вам знаком этот хорошо порт? Да, довольно-таки. Швартуют тут свой корабль уже около 15 лет. Безопасная гавань, никаких тебе ветров и рифов. А что было до этого? До этого? Не совсем понимаю, о чем вы. До этого, наверное, тут был просто берег, да и все. Вы были на острове до колонистов? Да, но с тех пор много лет прошло. Нафты стараются это только между собой обсуждать. А как выглядел остров, когда Альянс отправил сюда первых поселенцев? Он был еще совсем диким, опасный и еще красивым. Очень. Теперь все по-другому. Видели, как строили этот город? Собственными глазами он рос прямо как на дрожжах. В самом начале здесь был только порт и пара хижин, окруженный лесом. С годами деревьев становилось меньше, домов все больше. Все так быстро менялось. Правда, я не уверен, что к лучшему. Адмирал Кабрал посоветовал поговорить с вами об одном важном для меня деле. Адмирал? Хотя чего я удивляюсь? Вы же эмиссар. В чем дело? Вы единственный на этом острове, кто может мне помочь. Правда? О, кажется, я понимаю. То-то ваше лицо показалось знакомым. Содружество хорошо умеет хранить свои тайны. А этой тайне уже много лет. 25 лет назад нафты привезли в Сирену девушку, которую схватили на этот острове. Я помню это. Такое случалось не впервые, но в тот раз родился ребенок. Я как же понимаю, что вам нужно знать, с какой деревни была эта пленница? Да, я видел немало нафтов, которые искали своих родителей. А вы-то какое имеете отношение? Я встретил девушку в Сирене. Мы стали хорошими друзьями. Послушайте, я бы и хотел вам помочь, но память у меня уже не та, что раньше. Я тогда не был капитаном. Не я решал, где прошвартовать корабль. Вряд ли меня что-то заставит мне вспомнить, откуда похитили эту девушку. Предложить денег. Может, золото освежит вашу память? Решили не окупить? Ладно, раз вы такой вежливый. Мне как раз нужен новый парус. Давай. Вот и ваше золото. Прекрасно, спасибо вам, это мои старые подруги. Так, хорошо, посмотрю в старых корабельных журналах. Наверняка что-нибудь найду. Подожди меня здесь, это займет не больше часа.
Вот он, мой старый корабельный журнал. Здесь есть отрывок, который вас заинтересует. Ваша мать была родом с деревни на равнинах на юго-восточной части острова. Там с берега виден скелет кита. Местные называют его поселение Вингнамри. Спасибо, что рассказали, капитан. Пустяки. В старости я стал сентиментальным. Удачи вам. Сейчас ты войдешь в деревню своей матери и увидишь свой клан. Как ты себя чувствуешь? Даже не знаю, я немного растерян. Но все так неожиданно изменилось. Понимаю, госпожа де Сарде тебя любила. Она растила тебя как родную дочь, штука. Только сегодня ты узнал, что она тебе не мать. Прости. Боже, вы... Разрабы вообще просто... Убогие. Так, ну что у нас получается, нужно... А здесь что у нас? Испытание водой, ну да. Вингнарий. Так, ладно. Вот он, поговорить с вождем. Где? Тогда движемся туда. Тихонько, помаленьку. Итак, мы в деревне. Сейчас поболтаем. Это типа вождь. Ой, тот чумазый. Чем обязан твою визиту? Ой, ну он конченый. И он неприятный. Я помню его. Я недавно знал, что мать была из вашего деревни. Твоя мать родилась в Вингнамри? Теперь понимаю, почему твое лицо кажется мне таким знакомым. Верно. Ее взяли в плен и отправили на континент еще до моего рождения. Ее звали Арельвинь. Помните такую? Конечно. Все здесь помнят, как ее похитили. Можете рассказать подробнее? Это все очень давно. Тогда я не был главой клана. Но я помню Денегат деревни, которые похитили люди с моря. Наши воины пытались ее спасти, но тщетно. Почти все они погибли, в том числе и тот, кого она любила. Тот был мрачный день, когда наша деревня потеряла и знание, и силу. Значит, мой отец тоже умер. Вы не знаете, жив ли еще кто-то из моей семьи? Да, Слан, сестра твоей матери. Она стала нашей Денегат. Ей было далеко до своей сестры, но потеряли слишком много знаний. Арельвин не было равных среди целителей. Здесь ее место было сложно занять. Неудивительно, что Содружество ей заинтересовалось. Наверное, она и задеялась, что она найдет лекарство от Малихора. А, но вдали от острова, от своего народа, она превратилась в обычную испуганную девушку и потеряла свои способности. Вы знаете, где сейчас моя тетя? Загляни к ней дом, она редко там бывает. Старушка любит проводить время наедине с самой собой. Мы с ней редко разговариваем. Может, кто-то другой подскажет, где ее искать. Спасибо, Улан. Что-нибудь еще? Да нет. Все. Ничего, мне нужно идти. Где тетка моя? То есть главного героя. Героини. Так, хата с краю, да, получается? Ты что ты думаешь о вожде своей деревни? Он выглядит дружелюбный, в отличие от других. Слишком дружелюбный, как по мне. Он один из кожи возле, чтобы угодить колонистам. Вы считаете, что это плохо? Он напоминает мне в молодости. Что, и это не комплимент. Боюсь, это волнует то собственные интересы остальных. Он в расчет не берет. Ага. Короче, он какой-то кривой.
Я же говорю, он подлый какой-то, мудак. Палка. Жилище Денегат. Она лекарь. Никого нет дома. Спросим жителей деревни, где ее искать. Островитяне защищают своих Денегат. Не знаю, станет ли говорить с каким-нибудь Ренайси. Не забывай, ты все-таки один из них. Ну да. Здравствуйте, Ренайси. Тебе нужна помощь, Ренайси? Какая ты страшная. Вообще-то я ищу Донейгад деревни. О, что тебе еще от нее нужно? Улан сказал, что она может мне кое-кого найти. Улан, должно быть, пошутил над тобой. Они с Денегат друг друга недолюбливают. И кажется, что Улан слишком сильно любит людей с вашего острова. Но он спас нашу деревню. Ну да ладно, если хочешь найти ее, иди на западные равнины. Не уверен, что она сейчас там, но это ее любимое место для прогулок. Бесконечно благодарна. Спросите, так, поболтали, да? А где это? А вон оно где. Прямо с... волшебным, блин. Я помню, мы акцент давали здесь насчет бивней, что здесь до хрена этих бивней. Откуда столько? Тем более таких. Блин, как мне это... волнительно, тетка моя, получается. Чё бы кого-нибудь найти? Так охота. Чё тетка одна только? Мы неправильно идем, ну и вот сюда надо. Вот. О. Ты что, блин, затупил? Да ладно. Вы что там, собаки? Сыроежка. Давайте. На. Недолго песня играла. Шкуры. Заберем. Ладно. О, смотри, женщина окружили животные. Похоже, она в опасности. Ой-ой-ой-ой-ой! Вы охренели? Мою тетку бить! Мри, как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо, что помогли. Я не понимаю, что произошло. Я всегда ладил с этими животными, наверное, их что-то напугало. Мы рады, что пришли вовремя. Было бы печальнее, если бы с вами что-нибудь случилось. Простите, вы же Слан, Денегат Вигнамри. Это я. Вы меня искали? Это я. Вы меня искали? Да, да, да. И если позволите, мы проводим вас в деревню и расскажем все по дороге. Хорошо, как пожелаете. Вот вам, что удалось узнать. Я просто поверить не могу, хотя ты действительно похожа на нее. Think about it. Your face reminds me of hers. My mother. Моя мать, вернее, женщина, которая меня воспитывала, дала мне это ожерелье. Gave me this necklace.
Арельвин попросила передать его своему ребенку, поэтому я дал ее госпоже де Сарде. Знакомые бусы, твой отец подарил их твоей матери, когда они связали свои судьбы. Хорошо, что оно помогло попало к тебе. Моя бедная Арельвин умерла так далеко от нас. Мне очень ее не хватает. Но я... Она просила убить ее, но я не смог. Если бы об этом узнал, меня бы не отправили обратно в Телему. И я бы там потерял все. Поэтому я смотрел на ее страдания, пока она не умерла. Не вижу ничего плохого в том, что вы сохранили жизнь. Ты не понимаешь, я любил ее. Но мне не хватило решимости прекратить ее страдания. Она единственная, кого я когда-либо любил. Я никогда бы не догадалась. Все любили Арельвин. Она была солнцем. Не вини себя, человек света. Главное, ты привел ко мне ее дитя. Уже за это она простила тебя. Будь она среди нас. Все хорошо, дитя Тифради вернулась домой. И с ним, и дух ее матери. Ты дома, моя Дехтерам. Добро пожаловать. Петрус, я хотел поблагодарить вас. Поблагодарить меня, несмотря на все, что ты обо мне узнала? Возможно, в прошлом вы были трусоваты настолько, что и не стали помогать девушке. Вы манипулировали людьми, обманывали всех, включая себя. Но вы помогли мне найти семью и знать о своем происхождении. И за это я вам благодарна. Ты представить не можешь, как меня радуют твои слова. В своей жизни, полно обмана, я все-таки смог сделать что-то хорошее для тебя и для нее. Надеюсь, Пресветленный вспомнит об этом, когда я предстану перед ним. Петруш, дружба. Так, получено опыта. Так, выполнили. Гаранс, я должна вернуться в свою деревню и подготовить похороны матери. Боюсь, что дружеской помощи мне не справиться. Можешь пойти со мной? Конечно. Я буду рада тебе помочь. Идем. Так, кстати. Что нужно? Так. А я друзья, хочу она... Мои друзья, у тебя есть кто-нибудь, кто может рассказать о своих переживаниях? Обычно я делюсь ими с сестрой, но сейчас ей тоже тяжело. И она еще, кажется, злится на меня, то, что я не сражался рядом с матерью. Спросить, есть кто-то еще? Сказать, что вы всегда готовы ее выслушать. Мы знакомы совсем недолго, но если тебе захочется поговориться, то я тебя всегда выслушаю. Спасибо за твою доброту, Альминави. Я рада, что у меня есть такая подруга. Что-нибудь так. О том, почему она заподозрила... Как ты поняла, что правовинги лгут? Учитывая ваше положение, твоя мать могла пойти на этот союз. Я слишком хорошо ее знала. Она никогда не отказывалась бы от наших верований ради кого-то союза. Согласиться, что даже для их верований важнее. Сказать, что нужда... Могла толкнуть на это, сказать, что она могла сделать это ради ее дочери. Я понимаю, но разве она не могла пойти на такое, чтобы защитить своих дочерей? Могла, но она знала нас так же хорошо, как мы ее. Но она знала, что мы скорее примем смерть в бою, чем откажется от своих взглядов. Ну, понятно. С
спросить о том, как она отличается от сестры. Почему вы с сестрой так не похожи друг на друга? Если ты говоришь о внешности, то дело в том, что Эссед не Ольминави. В детстве мы были похожи на как две капли, хотя уже тогда отличались характерами. Спроси, какая она была в детстве. А какой ты была в детстве? Я всем интересовалась, любила учиться. Особенно мне нравилось, когда отец показывал мне растения и рассказывал, для чего они нужны. Значит, ты совсем не изменилась. Ты ведь осталась со мной из любопытства? Да, наверное. Но чем больше я тебя узнаю, тем больше хочу быть с тобой дальше. Надо идти, да. Кстати, надо идти на прощание с королевой. Так, ну хотя бы у нас у главной героини есть дом. Тетка, это хорошо. Так, а по карте где это? Нет. А. Эссель, помощь. А где здесь постамент? Винрайнс. Сиора, Айсир, ты опять со своими новыми друзьями? Бертимат, Эссельд, рад тебя видеть. Что тебе нужно? Поговорите, королева. Я просто прождаю Сиора. Я хочу передать землю твоим телу матери. Время пришло. Знаю, надеюсь, эта пустота в моей душе исчезнет. Эссельд, я тоже по ней скучаю. Ты была у вас, Регена? Нет, подготовка дела Денегада. Я могла что-то сделать неправильно. Пройти вон в курган. А где он находится вообще? Курган. Курган. Красивые здесь вот эти вот флаги. Мне очень нравятся. Да и сама здесь природа такая прям очумительная. Столько проработок, столько работы. И света, и тени, все это работает. Да ладно. Ну и бог с ними. У нас вон здесь поважнее дело. Так. А, ну, кстати, это вот место. Мы все время его проходили мимо. Подходим к Васригену. Там мэра проведу... Эти курганы издавна служили последним пристанищем нашей королевы. Не нужно подготовиться к обряду. Ой, мне не интересно драться с вами. Мне интереснее пройти к кургану. Что-то не так. Обычно здесь птицы поют. О чем ты? Я не вижу ничего необычного.
Смотри, Тенланы, они сюда еще никого не... Еще никогда не заходили. Нельзя подпускать своих близких с захоронением. Ага. Победить тварей. Да изи вообще. Они спят, что ли? А такой выдержишь удар? Бум, на! Не понимаю, что их сюда привело. Они никогда тут не водились. Наверное, обосновались рядом с захоронениями. Тогда нам придется уничтожить их логово, иначе они все будут возвращаться. Согласна, нельзя, чтобы хищникам рыскали рядом с могилой моей матери. Ну да. Все, пойдем. Так, уничтожить гнезда существ. А у нас есть... Ой, а здесь их... Нифиг. Сюда. Чё, ты ещё не победил? Ах, вы две, паскуды. На, блин. Ну и куда ты побежала? Ты реально угораешь? Прикалывается. Такая побежала. Что здесь такое? Золотые. Туман. Туника следопыта. Большой топор. Ну такое себе. Да ты умри уже. И ты тоже. Так, первая готова. А там тоже еще есть, да? Ну ладно, пойдем. А линии еще здесь есть. Спасет тебя. Так, там еще. Повылезают сейчас. Увидели, да? Это...
Наконец-то. Но вот этот вот прыжок какую-то графическую хрень. Да что ты делаешь? Звери больше не потревожат покой наших королев. Теперь можно начинать обряд. Наконец. И года не прошло. Что-нибудь еще нужно сделать? Конечно, нам нужно найти особые курильницы для обряда. Где их взять? Было бы замечательно, если бы мы изготовили их сами, но можно и купить их в деревне. Еще мне понадобится погребальный бальзам, чтобы смазать тело матери перед ее возвращением в землю. Я тебе дам список ингредиентов. Бальзам придется изготовить самим, торговцы его не продают. Когда мы соберем все сельд, сможем произвести обряд. Спасибо, что поддерживаешь меня и помогаешь. Это для меня очень важно. Не стоит благодарности. Так, добыть бальзам, погребальный бальзам. То есть его можно сделать на самим, да? Ой, как красиво здесь, а. Мы на месте. Это на этот каменный алтарь мы положим тело матери. Одну курильницу нужно поставить в изголовье, а другую в ногах. Это будет последняя моя просьба. Спасибо, что помогла мне. Твоя поддержка много для меня значит, но в обряде можно участвовать только мы с сестрой. Посторонним нельзя совершать погребение, понимаешь? Да.
Я понимаю. Разместим две штуки. Так. Все расставлено по местам. Еще раз спасибо тебе, Ольминави. Сейчас придет моя сестра, тебе придется подождать снаружи. Эти обряды очень изматывают, но они дают нам возможность попрощаться с теми, кто нам дорог. Ты настоящая подруга, Каранц. Ты очень мне помогла. Спасибо, я никогда не забуду твою доброту и то, какое уважение ты проявила к нашим обычаям. Не благодари, Сиора. Я знаю хорошо, каково это терять близких. Пойдем, пора возвращаться в мир живых. Дружба. Каранц, do you need something? О том, что она будет теперь делать. Что ты будешь делать дальше? Снова станешь Деннегад своего клана? Скорее всего, но не прямо сейчас. Я хочу узнать больше о мире вместе с тобой. Сказать, что вы не вправе ее удерживать. Сказать, что вы нравитесь путешествовать с ней. Сказать, что вы многому можете ее научить. Мне очень приятно, что ты кое-какое время будешь со мной. Спасибо за любезность, Ольминави. Признаться, мне тоже приятно быть с тобой. Пора. Там. Итак, давайте на этом остановимся, получается. И мы продолжим. Но это уже будет история. Получается, история... Продолжение у нас. Нас ждет испытание водой. Пройти испытание. Но это в следующей серии. Мы, наверное, там закончим. Я не знаю, сколько еще продолжаться будет эта история. Мы узнали, кто наша мама, получается, была. А, помогли этой девочке, Сиоре нашей. А, Петрус стал спокойнее, и он стал надежным. Ну и все. Счастье. Давайте в следующей серии увидимся. На этом все. Всем большое спасибо и всем аригато. Всем пока-пока.